Здравствуйте, с вами Евгений Шувалов, и в этом видео я продолжаю свою рубрику разбора шахматных этюдов. И на очереди у нас этюд братьев Платовых, вот он перед вами на шахматной доске. Давайте сначала посмотрим на позицию и оценим шансы сторон. Вы видите, что у белых довольно значительный материальный перевес, вы видите, что две легкие фигуры лишние у белых. Всего за одну пешку, но эта пешка уже успела дойти до второго ряда, и остается буквально один ход для того, чтобы превратить эту пешку в ферзя. И, собственно, в этом именно и заключается вся идея контр-игры черных. То есть черные грозят превратить пешку в ферзя, после чего ничью, видимо, придется уже искать белым в этой позиции. Ну и отсюда становится ясно центральная идея всего этюда, то есть задержать пешку. Ясно, что если белым удастся задержать пешку, плюс даже ценой одной или, может быть, двух фигур, то, скорее всего, они добьются здесь победы за счет большого материального перевеса. Но задержать пешку не так просто. Я предлагаю сейчас всем слушателям поставить на паузу и попытаться самим найти возможности, как можно задержать пешку. Ну, а тем, кто это уже сделал, либо кому интересно само решение этюда, давайте посмотрим самые логичные ходы. Ну, ясно, что воля превращения пешки черная, у белых есть белопольный слон, и вроде бы первый ход напрашивается, это ход слона f6. Слон становится на большую диагональ и задерживает пешку. Ну и здесь, если черные хотят все-таки протянуть пешку о ферзи, они обязаны играть d4, перекрывая большую диагональ пешкой, и таким образом возобновляя угрозу превращения пешки в ферзя. Вообще, хочу сразу сказать, что здесь многим может показаться интересная идея слон бит d4. Ну, вроде бы, нужно защищать диагональ, белые жертвуют слона, и потом конь спешит с шахом подтянуться и задержать эту самую пешку. Идея в том, что если черные здесь действительно пожадничают и съедят пешку на d3, то последует вилка конем на c1, после чего пешка будет уничтожена. Ну а белый король успевает защитить пешку h, и дальнейший эндшпиль с лишней фигурой легко выигран. Несмотря на то, что у белых крайняя пешка, вы знаете, что крайняя пешка со слоном не всегда выигрывает, но вот с конем дела обстоят по-другому, и конь с крайней пешкой всегда достигает победы. Ну что ж, ну ясно дело, что этот вариант немножко кооперативный. За черных такая более-менее ловушку поставили белые. Конечно, черные не обязаны здесь съедать королем на d3. И главная задача в том, чтобы отойти королем так, чтобы не попасть под шах коня. Ну, например, можно отойти на e5. Здесь конь не может объявить шах, можно поставить шах пешкой. Здесь тоже главное не пойти куда-нибудь на d5 под шах. Вот. Можно отойти, скажем, на f5. И после чего шахик заканчивается, и черная пешка проходит ферзи, и неожиданно черные даже выигрывают в этой партии. Поэтому это, конечно, неправильное решение. Вообще, квалифицированные шахматисты должны здесь немножко в недоумении находиться, поскольку кажется, что решение просто лежит на поверхности. Нужно просто напасть на пешку d4 конем. Совершенно логичный ход, конь становится на защищенное поле, атакована пешка d4. И теперь после превращения пешки а в ферзя, следует двойной удар слоном на поле d4. Черные обязаны отдавать ферзя за две легкие фигуры. И кажется, что достигают в этой позиции белые решающего материального перевеса. Но оказывается, что это не так. Оказывается, что пешка d3, вы видите, что защитить невозможно. А пешка h все-таки крайняя, и черные успевают задержать эту пешку королем. Вы знаете, что крайняя пешка выигрывает далеко не всегда. Давайте посмотрим по ходам. Король f4. Черные обязаны забирать пешку на d3. Дальше король идет вперед атаковать пешку на h7. Черный король следует за ним. Далее черный король еще следует за ним.
И вы видите, что пешка h7 уничтожена, и кажется, что ничто здесь уже не способно предотвратить выигрыш белых, однако находится точный ход король f6, после которого оказывается, что на доске теоретически ничейная позиция. Крайняя пешка, несмотря на то, что она поддержана королем, здесь не выигрывает. Ну, как можно попытаться протащить? Во-первых, если пешка пойдет вперед, то черный король становится на f7 и зажимает своего белого коллегу в углу. Теперь белые никак не могут вывести короля из угла. Не играют король h8, на это следует король f8, на король h7 следует король f7. Видите, что король стоит перед пешкой и никак не может выйти. А на ход h7 следует ход король f7, и белые получаются в поту. Вот так вот партия заканчивается ничью. В общем-то, это известная ничейная позиция, которую изучают буквально в самом начале шахматного образования. Ну а если здесь белые откажутся от хода h6 немедленно и попытаются воспрепятствовать ходу короля f7, то есть не дадут своего короля запатовать в углу, тогда уже черный король идет на g5, и оказывается, что пешка h беззащитна. Белые не успевают ее защитить, и видите, что черный уничтожает последнюю пешку, и опять же на доске ничья. Ну что ж, оказывается, этюд не так прост, как кажется на первый взгляд. И вот такая вот идея с отдачей двух легких фигур за ферзя и центральную пешку черных недостаточно для победы. И с этого момента начинаются действительно тяжелые испытания для белых. То есть нужно найти очень интересную идею, которую я предлагаю вам уже второй раз попытаться найти самостоятельно. Ну и маленькая подсказка, что белые должны играть конь e2. Опять же, атакуя пешку d4 и создавая угрозу взятия на d4 слоном. Конечно, поле e2 не защищено ни одной из фигур. Черные могут побить на e2 королем, но тогда слон забирает на d4. Берет под контроль большую диагональ, и вы видите удачное сочетание, что поле превращения крайней пешки как раз черного цвета. Белые сохранили чернопольного слона, которым задерживают пешку, ну и, в общем-то, позиция выиграна. Конечно, черные могут попытаться выиграть за этого слона, обменять свою крайнюю пешку на слона, но в этом случае король явно не успевает в угол. Ну, примерно такой вариант. Вот черный проводит ферзя. Белые отдают слона. Ну и вы видите большую разницу по предыдущим вариантам, что черный король находится очень далеко. И здесь он никак не успевает помочь воспрепятствовать белым провести свою проходную. Белые буквально беспрепятственно проводят пешку h-ферзи и легко абсолютно выигрывают эту позицию. Ну, это, в принципе, тоже лежит на поверхности. Совершенно очевидно, что брать коня на e2 вот в этой позиции черным невыгодно. Но остается вопрос, а что будет в случае простого хода a1 ферзь? Черный просто превращает пешку в ферзя, и вроде бы все то же самое. Вилка на d4 приводит к недавно рассмотренной позиции, где черный король успевает и забрать пешку d3 и воспрепятствовать проходу пешки h-ферзи. Мы уже с вами это смотрели, позиция ничейная. А если не брать на d4, то ясно, что черный ферзь тут разгуляется, и белым никак не удастся вроде бы задержать этого ферзя. Но оказывается, именно в этом заключалась пуанта всего этюда и задумка братьев Платовых. Вот для того, чтобы решить этот этюд, нужно было в этой позиции видеть совершенно парадоксальный ход конь c1. Белые отказываются от выигрыша ферзя. Мало того, что черные провели пешку в ферзи, так еще сейчас их ход, и они могут этого ферзя поставить на пустой доске практически на любую клетку. Но оказывается, что сделать это не так просто, поскольку белые создали довольно неслабую угрозу слон g5 мат. Обратите внимание, что черный король в центре доски неожиданно оказался в матовой сети. Поле e4 пробивается белой пешкой,
Поля по линии f пробивает белый король, ну а поля d3 и e2 контролируют конь с поля c1. Ну, вроде бы конь стал подбит, набитое поле, и можно забрать его ферзем. Но в этом случае следует все тот же ход. Слон g5. И за счет рентгеновского нападения белые выигрывают ферзя на этот раз не за две фигуры, а всего за одну фигуру. И получается тоже выигрышное соотношение. Слон и крайняя пешка при том, что поле превращения находит того же цвета, на какой ходит слон. То есть слон ходит по черным полям, и поле превращения также черного цвета. Это теоретически выигрышная позиция, и похожие варианты мы с вами буквально недавно рассматривали. Здесь белые легко выигрывают. Ну, то есть конь, получается, косвенно защищен, черные не могут позволить себе съесть коня. Значит, им нужно искать какую-то защиту от угрозы мата в один ход. Можно попробовать убежать королем, пойти, например, королем на d2. Ну, в этом случае король становится под коневую вилку. Конь идет на b3, и потом уничтожается ферзь на a1. И здесь уже даже две фигуры сохраняют белые. Ясно, что эта позиция тоже легко выиграна. Как еще можно попытаться защититься от угрозы мата в один ход? Можно попробовать пойти ферзем на a5, уводя вроде бы ферзя от всех опасностей и беря под контроль поле g5, одновременно атакуя пешку. Ход кажется действительно очень сильным, но здесь у белых находится опять же комбинация, связанная с вилкой. Слон забирает на d4 шахом, и вы видите, что у черного короля не так много полей. Куда бы он ни отошел, ну самое логичное взять на d4, он попадает опять же под коневую вилку. И вновь белым удается выиграть ферзя, сохранив одну из легких фигур, что приводит к легко выигранной позиции. Можно попробовать на шаг слоном d4 атаки на d2, но в этом случае король опять же попадает под коневую вилку. И вновь позиция белых легко выиграна. Все-таки конь и крайняя пешка всегда выигрывают против одинокого короля. Пешка h неминуемо потеряется, и белые достигнут победы. Ну и, наверное, последняя возможность черных заключается в том, чтобы сделать ход h6. Таким вот способом, беря под контроль поле g5 и вроде бы защищаясь от мата. Ну, в этом случае белых, опять же, могут возобновить угрозу мата по диагонали c1, h6, сыграв слон e5. Теперь слон уже грозит пойти на f4 с матом и... Все угрозы сохраняются. То есть теперь уже ферзь нигде не может воспрепятствовать попаданию слона на f4. На какой-нибудь отход ферзя, вот, например, такой последует мат в один ход. Вот такой вот красивый мат в центре доски. Ну а если король попытается бежать, то опять же следует коневая вилка с легким выигрышем. И все то же самое следует в случае взятия коня ферзем. Если черные забирают коня, следует опять же слон f4 и выигрыш ферзя за одну из легких фигур, после чего позиция белых легко выиграна. Ну, конечно, самая красивая идея, безусловно, заключается в каком-нибудь ходе ферзем, после чего черные получают мат в центре доски, имея лишнего ферзя на доске. Ну что ж, вот такой вот интересный этюд сочинили братья Платовы. Действительно, по своего рода это этюд одного хода, потому что если вам удалось найти ход конь c1, то все остальное не представляет никакой сложности. Что ж, кому понравилось данное видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, смотрите другие шахматные этюды в моем разборе. С вами был Евгений Шувалов.